определяет, самое главное, правильно говорить, потому что не было никаких ущерба, самое главное, здоровье наших жителей и имущество. Как результат, а как этот результат был достигнут, можно долго рассказывать, но скажем так, всегда я говорю, это фон, как мне кажется, хороший уровень культуры наших жителей, наших населения, уровень самосознания, помогло избежать каких-то резких действий. И определенная самостоятельность у нас была в принятии решений. Применять жесткие меры или нет, но удалось там переговоры и так далее, какими-то разумными действиями избежать необходимости применения сил, но определенная самостоятельность у нас была. Вот самый главный результат, что еще раз хочу поблагодарить наших зрителей, всех, кто и журналисты были, и общественные деятели, и депутаты, и предприниматели все, в первую очередь, и силовые наши структуры показали свою выдержанность.